The guys who ripping off the tourists over there. Hi. Ну как? Что? Ты снимаешь, что ли? Да. Тепло. I wish you would have been there. Его зовут. Я хотел бы, чтобы ты там была, просто там интересно достаточно. Ты много потеряла, что там не посетила это место. А вот за 7 евро, там я уже не стал подниматься. За 7 евро можно туда попасть наверх, на дом. Видишь, вот на эту самую верхушку делать. 7 евро. Если хочешь, сходим. Ну, весь панорамный вид Парижа. The panoramic overview of Paris from this very top of this church in the dome. You can behold all this panoramic overview of the Paris. Yeah, I did. Я сделал здесь фотографию, можно было бы с этим линзом сделать, было бы еще интереснее. Magnificent place, I should say. Magnificent. Вон есть. На фуникулер. Open. Excuse me, no picture, my friend. Like me, please. Open. Just open. Hey, my toy. It's a public area. No, no. Bonjour, service manager. Thank you. Subway. Huh? Subway. Subway? Uh-huh. No, that's cheating, so. Pas station de bus. Station juste de métro. Pas ici autobus. C'est pas ici bus. Drone. They're trying to rip off the tourists with these thimbles. Montmartre area. Они это на персике видела, да, там развод, короче. This nice things. No? Давай. Это горячая здесь, да? Hot meal. Ну, такой здесь, видишь, какие-то все... Бисквит, выпечка, да, смотрю. Не, я думаю, все, там уже, да. Ну, такое, кофе, круассаны и такое, да. Не, вот там есть круассаны. Не, ну, нормально, можно, ну. Че Гевара, он везде. Че Гевара везде. Beautiful building, would I say. Архитектор amazing. Вот мы. Смотри, да? А вот. Да давай, я по своей карте посмотрю. The weather guy just amazing. We never expected the weather like that.
Yeah, exceeded all expectation of ours. Wonderful, beautiful, amazing. Souvenirs. I think we don't need the souvenirs. А то их не нужны нам сувениры, да? Sorry. Барбос. Завод смотрим. Ага. Тоже какой-то кабак, да? Ну, картинку не хочешь, Эйфелева башня, Moulin Rouge. Не, ну понятно, зато ты, вот видишь эти, зато ты будешь знать, что ты купил ее в Париже на Place Pigalle. Я? Yeah? Hello everybody, we are hanging upon the Place Pigalle, the pretty famous district. All Arabic cuisine everywhere. We can try out. Там можно кофе взять. Да? А, можно кофе взять, а этот круассан отдельно, да? Нет, а смысл? Там можно тогда кофе там, где круассан взять. Зачем? Там одно, потом другое. В другом месте другое, то в третьем месте третье. Как бы не вижу сенса. Ну, вон круассаны, видишь? Ну, это не спис. Ну, я здесь дороже, а вот у нас там по евро. А где круассаны, кстати, я не вижу. Ага. Не, евро 20, чего? Ну, евро это простой самый, да? Так они не вижу, потому что просто простые. Почему? Они тоже вкусные, простые. Идем. Ага. Ага. Bonjour. Евро 10, он видишь, круассаны. Я не хочу обычный. Хотя бы с корицей. Не, ну ты бери какие ты хочешь. Какие проблемы? Place Pigalle. We're crossing the Place Pigalle. Sexodrome. Would you like to go to Sexodrome? Короче, мы собираемся сейчас на сексодроме идти с Любовой. Заниматься сексом на сексодроме. Секс-шоп. Или что? Подобно что-то красных фонарей в этом, да? Ну, почти, но не совсем. Тут нету в окнах, никто не стоит. Там в окнах они стоят. Вон Кассандра, Галактика, видишь, вот это. Может, они здесь ночью стоят? Ну, можно проверить, сходить. Ну, пожалуйста, видишь все вот эти приколы. Камасутра. Брелки. Башня какая, видел, прикольная. Ага. Члена. Сейчас уже отвалится скоро. Ага. Ну, хорошая вишка, принесли, такая интересная. Так я же про нее говорю. Mm-hmm. Ну. О, кстати, девочки, у меня когда-то Катя станет с головой долины, она подобила такого чувака тоже в пальто. А-а-а. Только это, ну, типа, был. Ага. Хотель, видишь, сразу. Ну, он такой, типа, закрытый, и потом включаешь, и он открывается, и такой... Ход пусси, private show. Mm-hmm.
сайт шоп. Надо было по той стороне идти, да? Ну там больше этого. А вон Moulin Rouge, кстати, уже видно. Да? Тут надо круассаны делать в формичке. Place Pigalle. Порно-шоп, фэнтези-секс, DVD-стор. Моноприк, моноприк. Ну, suggestion. Ну, тоже нормально все, на принципе. Секс-профессор. Хочешь футболку, секс-профессор? Здесь показывают, типа, вот тебе. Ну, вот это качается хрень, видишь? Хач, хач. Камасутра. Да. Серьезный район, да? Не забалуешь. Бельишко можно прикупить. Ладно, пока хватит. Sign off, guys, sign off. Moulin Rouge over there. We are approaching to Moulin Rouge. Так, наверное, так, чтобы видно было его там. Я вот там шастал над теми всеми улицами, когда вот 4 года назад. Там, там, там. Дальше, дальше в том районе там. Мне близко было, кстати, здесь. That's it, guys. It's Moulin Rouge. This is Moulin Rouge. Билеты стоят. Там вот билеты стоят, там билеты можно посмотреть. Кстати, сколько?
это я здесь сидел, вино пил. Ну, зашел какой-то стрип-бар, меня там пытались ободрать на деньги. Ну, хотели только на деньги собрать. Ну, вот, я сказал, что не надо, я ухожу. Все. Мясо птица, куры, гриль. Куры, гриль, видишь? Слышишь? А? Ну, такие, видишь, прикольные. Почему? Кто сказал? Ну, мясные, мясная лавка. Ну это как кафе, просто так вот сесть, посидеть, видишь. Было бы неплохо. Может, хотим взять с собой туда, да, пойти. Ну здесь давай тогда пойдем в ту, где мы были сейчас, и там возьмем и пойдем туда. Так. Нормальный вариант? Да там такое, что ты там выбора особо нет. Так а что, там круассаны? А, ну вот. Ну здесь побольше выбора, да? Круассан это везде есть. Я хочу просто балет. Круассан оклок. Время круассана? Да. Круассан оклок. Эри. Hello everybody. Well, what we are doing now? We are eating baguettes upon the Place Pigalle. There's a shop just right behind of me. Over there we can we call it Moulin Rouge, the famous Moulin Rouge. Because for now we've been walking a lot of many distances all around the city, yeah? We got tired a little bit. And for now, just get a little bit of rest. Drinking coffee, eating croissants, stuff like that. Устала? Еще нет. Ладива. Вот туда нам, да? Не, правильно, правильно. Потяни что-то, давай я подержу. И затяни ремень. Эту курточку надела. Да. На человека нормально. This is our bus. We're going to go. Это не наш bus.
No, next going to be ours. We're going to go to the Eiffel Tower, yeah? We're going to go to Eiffel Tower for now. We're going to need to wait for next bus. 13:30.